Ну а в Новосибирской области жители готовятся перейти на новое время. Сегодня ночью часы переведут на час вперед. Область стала последним регионом Западной Сибири, который перешел в шестичасовую зону. Перевод стрелок затронет расписание пригородных поездов. Будьте внимательны. Изменится и время вылета рейсов из Новосибирского аэропорта в регионе. Перевод часов обсуждали долго. Ну и в итоге большинство жителей все-таки выступили за то, чтобы перейти на другое время. Поэтому будьте внимательны сегодня, жители Новосибирской области. Не забудьте перевести часы, чтобы не опоздать в понедельник на работу. Ну а завтра можете поспать чуть дольше.